Скидки в аптеках 0,3. Гербион сируп 199 рублей. Магне B6 349 рублей. Эссенциали Форте 949 рублей. Качество гарантируем. Взяла сначала один кредит, потом второй, чтобы перекрыть первый. Затем начались задержки по зарплате. Что делать, не знаю. Климопротектор. Снизим сумму долга, защитим от коллекторов, проведем процедуру банкротства. Телефон 217-307. Сегодня депутаты Нижнетагильской городской думы единогласно утвердили главный финансовый документ на 2018 год. Почему его назвали бюджетом развития отрасли образования? Общественный совет при межмуниципальном управлении МВД России Нижнетагильская подвел итоги совместной работы с правоохранителями. Что удалось сделать за год? Цирк моей мечты. Авторы лучших работ конкурса, объявленного Нижнетагильским цирком, получили заслуженные награды. На церемонии побывали наши корреспонденты. В эфире новости «Итоги дня» в студии Валерия Доброва. Здравствуйте. В поисках пропавшего хоккеиста задействованы даже экскаваторы. Стало известно, на поиски Александра Чумарина была отправлена тяжелая дорожная техника. Как пояснили в управлении городским хозяйством администрации города, в содействии следствию проводились земляные работы. В течение нескольких дней на месте поисков работал экскаватор УБТ-сервиса. Ранее мы рассказывали, по непроверенным данным, пропавший может быть убит. Напомню, последний раз Александра видели в ночном клубе 2 июля. Его поисками занимались полицейские и волонтеры. Следственный отдел по Ленинскому району возбудил уголовное дело по статье «Убийство». От сердечного приступа в отделении кардиологии сегодня скончался председатель некоммерческого партнерства объединения «Союз-НТ» Анатолий Соловьев. Он являлся учредителем более 10 организаций Нижнего Тагила. Будучи патриотом родного города, Анатолий Витальевич заботился о его процветании, входил в совет директоров при главе города, занимался благоустройством, заботился о сохранении памяти погибших при выполнении своего долга сотрудников правоохранительных органов, являлся благотворителем. Прощание с Анатолием Соловьевым состоится в субботу по предварительной информации в здании общественно-политического центра. Телекомпания «Тагил ТВ» выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Витальевича. Бюджет принят. Сегодня депутаты Нижнетагильской городской думы единогласно утвердили главный финансовый документ на 2018 и плановый период 2019-2020 годов. Его уже назвали бюджетом развития отрасли образования. Почему, расскажет Антон Исаев. Бюджет развития отрасли образования. Именно так описал главный финансовый документ Нижнего Тагила заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных. Сегодня бюджет Нижнего Тагила на следующие 3 года. Главный вопрос в повестке заседания Нижнетагильской городской думы. Такое название обосновано. При общих расходах в 10 миллиардов 980 миллионов рублей в 2018 году 2/3 бюджета будет направлено на 6 программ с целью повышения качества жизни тагильчан. Впервые у нас образование, как я уже неоднократно отмечала, профинансировано на 100% от необходимых заявленных расходов. И еще раз говорю о том, что в этом году, в 2018, образование должно хватить и на моющие средства, и на все необходимые средства. И на все необходимое, что, возможно, раньше финансировалось из внебюджетных поступлений. Около 20% расходной части бюджета Нижнего Тагила в следующем году будет направлено на развитие экономики, жилищно-коммунального и городского хозяйства. Заложены и муниципальные гарантии в размере 400 миллионов рублей подрядчику для строительства новой школы. Важной расходной статьей также является разработка проектно-сметной документации для строительства моста через Тагильский пруд в размере 233 миллионов рублей. На заседаниях профильных комиссий депутаты детально рассмотрели проект 3-летнего главного финансового документа. Поэтому сегодня на заседании Думы никаких вопросов либо нареканий не было. Бюджет на 2018 год можно считать бюджетом развития, при этом понимая, что это только план. Да, если вспомнить 2017 год, у нас было более 8 корректировок бюджета. Да, мы увеличивали доходную часть бюджета, расходную часть бюджета. Мы также надеемся, что и 2018 год нам позволит привлечь дополнительные средства в городской бюджет и, конечно же, реализовать все те проекты, которые у нас запланированы.
Бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов принят единогласно. Расходы города в следующем году составят 10 миллиардов 667 миллионов рублей, расходы 10 миллиардов 980 миллионов рублей, дефицит бюджета 313 миллионов. Также сегодня депутаты одобрили очередную, но уже последнюю корректировку главного финансового документа города на текущий год. Доходная и расходная часть увеличены на 38 миллионов рублей. Большая часть этих средств направлена на погашение кредиторской задолженности. Снижение кредиторской задолженности в итоге за 2017 год пройдет на 130 миллионов рублей. Уже сейчас это составляет 480. Вы приняли решение буквально несколько минут назад еще на повышение на 30 миллионов на кредиторской задолженности по проекту «Светлый город». Соответственно, эта сумма составит более 530 миллионов. Также сегодня депутаты приняли ряд решений, касающихся земельных вопросов. Первое. Полигон неорганических отходов в районе Покровского будет увеличен. Второе. При строительстве мало- и среднеэтажных домов в расстоянии от границ участка достроение снижено с 5 до 3 метров. Третье. В Нижнем Тагиле утверждены нормативы строительного проектирования. Согласно этому документу устанавливаются, например, требования по количеству парковочных мест на одну квартиру. Прошедшее сегодня заседание – последнее в 2017 году. Новый состав Думы отработал 3 месяца, ну, практически 100 дней. Да, прошло несколько заседаний Думы, приняты важные документы для города, в том числе и на сегодняшнем заседании. Думы, это кроме бюджета. Конечно же, депутаты не прекращают свою работу, документы продолжают поступать, продолжается работа, самое главное, с избирателями, с их обращениями, с их просьбами. Поэтому коротко прервемся на каникулы и продолжим работу. Антон Саев, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости. Тагил ТВ. Уровень преступности снизился. Камеры безопасного города функционируют без перебоев. Победители конкурса «Полицейские глазами детей» определены. Сегодня общественный совет при межмуниципальном управлении МВД России Нижнетагильская подвел итоги совместной работы с правоохранителями. Что еще удалось сделать в 2017-м, расскажет Анна Хабарова. В течение нескольких лет правоохранители и общественный совет работают сообща во благо порядка в Нижнем Тагиле. Итоги 2017 года городские активисты подвели сегодня с начальником межмуниципального управления МВД России Нижнетагильская Ибрагимом Абдулкадыровым. За 12 месяцев благодаря совместным усилиям удалось провести 41 мероприятие. Таких как полицейский Дед Мороз, студенческий десант, зарядка со стражем порядка, каникулы с общественным советом, полиция глазами детей, «Не усни за рулем» и многие другие. В этом году уделялось большое внимание общественному контролю, в рамках которого осуществлялись проверки помещений, занимаемых органами внутренних дел. И в следующем году участковым уполномоченным будет гораздо комфортнее. Здания для новых опорных пунктов были утверждены накануне. В 2018-м их планируют ремонтировать. Программа «Безопасный город» также продолжит совершенствоваться. Сегодня за Нижним Тагилом следят около 400 обычных и одна биоптическая камера. В целом в 2017-м зафиксировано снижение преступности по всем направлениям, практически на 30%. Главная и основная задача гарнизона, которая она была и есть на сегодняшний день, которую я ставил перед всеми своими сотрудниками, значит, с теми, кто нам оказывает содействие и помощь в борьбе с преступностью, это основная и главная задача, как была, так и остается, предупреждение и пресечение преступления. Влиять на оперативную обстановку с тем, чтобы меньше было всевозможных правонарушений. И это нам удается. Со следующего понедельника гарнизон полиции в полном составе переходит на охрану общественного порядка. Усиленный контроль за городом продлится до 9 января. Всего за этот период в Нижнем Тагиле будет проведено порядка 400 новогодних мероприятий. Анна Хабарова, Павел Охотников, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. Готовность номер один. Охранять общественный порядок в новогодние и рождественские праздники в Нижнем Тагиле будут более 1500 сотрудников полиции. Сегодня об этом говорили на заседании антитеррористической комиссии, которую провел первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев. О готовности к обеспечению общественной безопасности и антитеррористической защищенности важных объектов и мест массового пребывания людей доложили руководители силовых ведомств, управления администрации города, главы районных администраций. Согласно докладам, в муниципалитете
муниципалитете проведены мероприятия по транспортной безопасности и организации бесперебойной работы предприятий дорожной сети. Все камеры безопасного города в рабочем состоянии. В новогоднюю ночь будет обеспечено наружное освещение. Подводя итог совещания, Владислав Пинаев подчеркнул, должен быть задействован весь комплекс необходимых мер. Персональная ответственность за обеспечение безопасности людей, а детей особенно, лежит на каждом руководителе, каждом организаторе мероприятий, отметил вице-мэр. Строительство ледовых городков продолжается. Основная часть задумки новогодней сказки по традиции находится на Театральной площади. В этом году впервые часть театрального дворика будет открыта на площади молодежи. Сейчас там уже ведется возведение ледяных объектов. Наш корреспондент Вероника Самойлова следила за процессом их создания. Строительство ледяного городка на Театральной площади уже подходит к завершающему этапу. А вот на территории «Современника» совсем наоборот. Процесс в самом разгаре. Сегодня главная задача авторов праздничного городка – это установка новогодних домиков. В течение всего дня проходила установка 5 новогодних ларьков. После открытия городка там будет работать зимняя ярмарка. Также на территории уже идет возведение аттракционов. С 25 декабря дети смогут покататься на ледяной горке, опробовать линзу и побегать по лабиринтам. У ступеней зданий появляются его очертания. Создают новогоднее настроение мигающие гирлянды. Это как раз то, что нужно тагильчанам в преддверии Нового года. Впервые я вижу, чтобы возле «Современника» строился городок, допустим, какой-то. Обычно он строился возле драмтеатра. Ну и как бы так приятно наблюдать, что все меняется. Конечно, очень прекрасно. И как можно больше надо. Ну, чтобы для людей, чтобы было все хорошо и все прекрасно. Новогоднее настроение, что ли? Да. Ну, чтобы было куда выйти. С маленькими. Вообще замечательно, Носов Сергей Константинович. Вообще здорово все устроил. Уже планируете города. Погулять после открытия? Не знаю, это уж как получится. А ребенок? Да! Вечер определенно добавит романтики прогулкам. С заходом солнца загораются арки на фонарных столбах и большая елочная игрушка. Она пользуется популярностью у любителей селфи. Тут главное не замерзнуть. Хотя погода сейчас теплая, идеальная для гуляний. Вероника Самойлова, Михаил Корзняков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. Сегодня подведены итоги детского творческого конкурса «Цирк моей мечты». Участники должны были изобразить цирк так, как они его видят. Животные на арене, клоуны, само здание цирка или даже фантазия на тему «Цирк будущего». Лучшие работы украсили стены, а их авторы получили заслуженные награды. На церемонии награждения побывал Сергей Трупанов. С сегодняшнего дня коллекция рисунков фойе цирка пополнилась более чем 30 новых работ. Все они – победители творческого конкурса «Цирк моей мечты», который проводили Нижнетагильский цирк и Дворец детского и юношеского творчества. Авторов работ наградили дипломами и пригласительными билетами на новогоднее представление. Перед вручением победителей приветствовал директор цирка. Мне бы хотелось, чтобы вы также продолжали искренне любить цирк, как вы его любите, потому что по вашим работам видно, что это так происходит. Есть, наверное, просьба. Я думаю, мы такие конкурсы будем проводить часто. Часто будем проводить, да. Чтобы все-таки максимально там был именно наш любимый Нижнетагильский цирк. Победитель самой старшей возрастной категории в номинации «Артисты цирка» рассказывает, вдохновлялся плакатами и афишами, стремился выиграть в конкурсе. Я самоуверенный и люблю достигать целей, да. Ну вот, второе место. Вы сами заметили то, что кто-то получил третье, кто-то второе, кто-то первое. У нас какое-то соперничество есть. А так мы все дружные, все друг друга любим. Члены жюри признаются, несмотря на то, что в каждой из 12 номинаций было по 3 победителя, сделать окончательный выбор было непросто. Всего на участие было подано 970 работ. Свое видение цирка мечты присылали дети как из Нижнего Тагила, так и из соседних городов. И очень было приятно заметить, что было много иногородних и пригородных учреждений. То есть это Черноисточинские учреждения, Уралец, Николопавловская, Верхняя Салда, Нижняя Салда. То есть было очень много участников, сложно было выбрать, потому что все работы были хороши. Ну и сами прекрасно понимаете, что детские работы, они всегда западают в душу. И мы выбирали вот
то, что вот уже нам понравилось и к душе близко было. Какие-то темы интересные, сюжеты. Еще одним подарком для участников конкурса стала возможность побывать за кулисами цирка. Дети смогли поближе познакомиться с животными, которые будут выступать в новогоднем представлении. Юные художники поиграли с дрессированными кошками и котами, а позже попробовали угостить лакомством коней. Подружиться с огромными животными было страшно, но очень интересно. В финале экскурсии победители конкурса «Цирк моей мечты» оказались в зрительном зале. Им удалось подсмотреть часть будущего спектакля. На арене в этот момент шла генеральная репетиция. Организаторы, Нижнетагильский цирк и Дворец детского и юношеского творчества, приняли решение проводить этот конкурс регулярно, как минимум раз в год. Сергей Трупанов, Любовь Шевченко, Андрей Фатыхов. Новости Тагил ТВ. Инженер Еврасан ТМК прошел полуфинал президентского конкурса «Лидеры России». Начальник бюро технологии и производства цехопрокатки широкополочных балок предприятия Константин Соколов представлял наш город. Очный этап полуфинала завершился в начале декабря в Екатеринбурге. От Свердловской области в нем принимало участие 126 человек, из них 5 – тагильчане. Итоги конкурса будут подведены в феврале будущего года. В финале встретятся 300 управленцев со всех городов России. Напомню, конкурс «Лидеры России» организован по поручению Владимира Путина с целью поиска кадров на управляющие должности в органы федеральной власти. В музейно-выставочном центре «Еврасан ТМК» открылась выставка «Творчество как образ жизни». Более 50 работ тагильских мастеров представлены Ларисой Голубецкой. Она собрала все экспонаты декоративно-прикладного творчества от 19 творцов. Любовалась выставочными работами наш корреспондент Вероника Самойлова. На выставке декоративно-прикладного творчества мастеров Нижнего Тагила собрались те, для кого творчество как образ жизни. Каждая работа здесь, неважно, вышивка это или аппликация, излучает тепло и любовь автора к своему делу. Многообразие талантов – это изюминка нашего города, признается мастер декоративно-прикладного искусства Лариса Голубецкая. Действительно, изобилие техники и выполнение работ приятно поражает не только зрителя, но и опытного творца. А ведь каждый раз, замечает автор коллекции «Творчество как образ жизни», приходит что-то новенькое. На этом открытии среди традиционных расписных подносов представлена роспись тополиным пухом. К сожалению, не все авторы смогли представить лично свои творения. Но для многих присутствующих такие мероприятия не только показ результатов труда, но и живое общение с коллегами. Встретиться с мастерами, с которыми прошло сложное время. Вот, это самое главное. И когда я предложила этот авторский проект, да, то прежде всего я думала, что это возможность встретиться с ними, побыть, как живой букет, потому что на сегодняшний день эти люди стали изюминками нашего города. Они пошли каждый своим путем самостоятельно и стали известными. Вся встреча прошла в дружеской атмосфере. Каждый поблагодарил Ларису Голубецкую за представленную возможность обнародовать свои работы. Главная тема вечера – творчество как образ жизни. Она увлеклась деревом, представляете, художественной резьбой по дереву. И вот этот вот ее проект, да, видите, напоминает уже японскую тематику, да, но насколько это образы живые. Некоторые из авторов поделились своими секретами. Техника это не новая. Техника, она старинная. И в России она еще в 18 веке пришла. Но потом в связи с революцией она как дворянское занятие была забыта. И потом уже в 70-е годы возрождалась. Техника называется кружевоплетение фриволите, что в переводе означает пустой, с французского, легкомысленный. Но кружево это не пустое, оно, в общем-то, очень такое трудоемкое и интересное. Вот этот узел фриволите, он позволяет выразить очень многое. Безусловно, каждая работа наполнена своим смыслом. За каждым образом своя история. Вероника Самойлова, Михаил Корзняков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Рубрика «Экономика и финансы» продолжит выпуск.
о валюте на завтра. Центробанк России понизил официальный курс доллара США на пятницу 22 декабря до 58 рублей 55 копеек, а евро, напротив, повысил до 69 рублей 52 копеек. Самый выгодный курс продажи доллара США в банках Нижнего Тагила – 58 рублей 70 копеек, покупки – 58 рублей 50 копеек. Единую европейскую валюту можно приобрести за 69 рублей 69 копеек, реализовать за 69 рублей 46 копеек. Нижнетагильская филармония приглашает детей и взрослых на новогоднюю елку в Доме музыки 23-24 декабря и 6 января в Большом зале филармонии. Проспект Ленина, 31, телефон 41-98-47. Выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Скидки в аптеках 03. Гербион сироп 199 рублей. Магне B6 349 рублей. Эссенциали Форте 949 рублей. Качество гарантируем. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Синегорье», и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Синегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 401207. В памяти Анатолия Тарасова всероссийский турнир, посвященный тагильскому тренеру по греко-римской борьбе, завершился накануне. Его участники традиционно получили шанс быть удостоенным права на присвоение звания мастера спорта России. В этом году побороться за трофей приехали борцы из Уральского и Сибирского регионов, а также центральной части страны. Достойно честь Нижнего Тагила защищали три воспитанника спортшколы Олимпийского резерва имени Лопатина. Али Исмаилов дошел до финала весовой категории до 71 килограмма и завоевал серебро. Братья Фарасат и Рави Каримовы поделили третье место. Напомню, Анатолий Александрович Тарасов ушел из жизни в 82 году, но традиции, заложенные им, живы до сих пор. Именно он в 52 году организовал первую в городе секцию борьбы. Мы против наркотиков. Межрегиональный турнир по тхэквондо с таким названием прошел накануне. Соревнования под лозунгом «За здоровый образ жизни» собрали спортсменов из 14 городов Свердловской области, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа. В честь Нижнего Тагила отстаивали 37 воспитанников второй спортшколы и местной федерации. Всего они завоевали 7 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Следующие выпуски новостей смотрите в 23:00 и в 3 часа ночи на круглосуточном канале Тагил ТВ 24 и в 7:30 утра на канале ТНТ. А если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 41 95 51 или пишите на сайте tagil-tv.ru. Присылайте свое видео в раздел «Мобильный репортер». Спонсор рубрики «Новость от телезрителя» – «Цифровой планетарий», Свердловское шоссе 31, ТЦ «Депо». Ждем ваших сообщений и спасибо за внимание. Хотите пить родниковую воду из экологически чистого источника? Вода «Синегорская» всегда рядом. Для вас киоски и служба доставки. Звоните 378-100. «Синегорская» – залог здоровья и успеха.